мы отследили все посылки, упоминавшиеся в документах. Все отправлены в Манхэттен Траст. Мы выяснили, кто там заправляет. Это Дэвид Грейвс. Миллиардер, владелец телеканала и много чего еще. Слушайте, Джеки сегодня будет там же. Но он не в курсе этой истории с копьем. Все зависит от нас. Надо перехватить копье раньше, чем оно коснется Джеки. Дольфа будет ждать вас у банка. Пора забрать у них эту хрень. Ну, так-то лучше. У меня хреновые новости. Грейвс подмял половину Нижнего Манхэттена. Он там здорово окопался, они нас ждали. Похоже, кто-то ему про нас уже напел. Короче, дуйте туда и убейте там всех. Я под тяжелым... Приветствуем всех. Да, ситуация. Я знаю, что это за...
справишься? Охренеть, сколько их тут! Ты же разберешься? Я слышу, как бьется. Подземки можно не бояться мобилок. Окей, пора что-нибудь взорвать. Так, чтобы меня не подстрелили. Я еще жив. Осторожней. Прикрывайте меня, если не хотите сами разбираться со взрывчаткой. То есть противники еще и убежать могут. Ну или точнее, исчезнуть. Так, наши ребята попытаются вскрыть дверь в хранилище. Но сначала вам нужно зачистить холл. Когда доберетесь туда, можете заходить. Я еще жив. Осторожней! Просить меня смерти. Ты
Место, Дэйв. Дверью хранилища и крепите на него передатчик, который собрали наши умники. Дальше дело за нами. Полагаю, мы на месте. Тебе будет больнее, Манэль. Боль!
Ты будешь просить меня смерти. За! Нашли в хранилище. В хранилище нет ни малейшего следа темной энергии. Оно совершенно пусто. Копье судьбы где-то еще. Я вот смотрю на план банка. Наверху есть особое хранилище. Знаете что? Возьмите всю взрывчатку, которая осталась, и взорвите заднюю стену. Там будет лифт. На нем вы попадете наверх. Раз проходили. Это почти стоит боли. Почти. Я вот читаю про копье судьбы, и как-то мне не по себе. Оно может убить кого угодно. А хуже всего то, что в руках братства оно сможет наполнять мой людей, предметы и места. Это же, мать его, оружие массового поражения. Найдите его или всем кранты. Успокойся, мой юный коллега. Что бы ни затевало братство против человечества, мы получим копье и уничтожим их же оружием. Я удивлен, что вы зашли так далеко. Считайте, что это комплимент. Может быть, это принесет вам хоть какое-то утешение, когда вы будете гореть в аду. Вы совершаете ужаснейшую ошибку, но вы и сами в этом скоро убедитесь. Это боль сладка на вкус. Осторожней!
5, только больше. Что-то разбежать по углам. Ты видел? Ты будешь просить меня о смерти. Этот мир от тебя. Предлагал вам спасение, но вы отказались. Выбор сделан. Ваше время истекло. Это тварь! Проклятый зверь! Сражаемся вместе! Будешь просить меня о смерти. Как минимум это ее отвлекает. Опять только боль. Эта боль сладка на вкус. Только
даже как к нему не подобраться. Тебе будет больнее. Братству придет конец. Ну что ж, как ни странно, этот этап за доктора был весьма непрост. Ну что, копье у Джонни. Он думает, как его уничтожить, и слюни на него пускает. Не знаю, кто его разберет. Так или иначе, оно в надежных руках. Вы хорошо сработали, парни. Очень хорошо. Ну что же, вот и версия за доктора подошла к концу. В любом случае, у нас остался лишь один адепт тьмы, так сказать. Так что на этом с доктором, пожалуй, все. Ну и, как обычно, титры.